В индустриальном районном суде вынесен приговор 45-летнему автолюбителю, который, с пьяну попав в аварию, попытался откупиться от полицейских. Это была попытка уклониться от 30-тысячного штрафа за нетрезвое вождение и лишение прав. Житель города Хабаровска после работы, получив заработную плату, употребив спиртное, сел за руль своего автомобиля и выехал в сторону дома. В ходе исследования в сторону дома он совершил ДТП с другим участником дорожного движения. Колдина мужчины повредила Мазду другого горожанина. Тот решил дать делу официальный ход и позвонил в дежурную часть ГИБДД. Скрыть свое состояние от инспекторов не вышло. Тогда мужчина сделал ход конем и предложил полицейским только что полученные деньги. Несмотря на предупреждение о последующем уголовном преследовании, автолюбитель все-таки выложил 10 400 рублей. При составлении протокола об административном правонарушении виновный, находясь в служебном автомобиле, дабы избежать привлечения к административной ответственности, лично передал должностному лицу взятку. Прав мужчина все-таки лишился и попал на скамью подсудимых. От колонии его спасли положительная характеристика и признание вины. Судья посчитал, что года колонии условно на первый раз мужчине будет достаточно. Еще полтора он будет находиться под надзором полицейских. С места происшествия Надежда Томченко, Анастасия Кузьмина и Семен Сахно.